Ульяновской области подвели итоги регионального чемпионата молодые профессионалы WorldSkills. В этом году состязания стали по-настоящему масштабными, охватив 23 компетенции. Профессиональные соревнования оказались значимы не только для студентов-специалистов, но и для российской системы образования. Совершенно понятно и очевидно, что это тот вид соревнований, состязаний, который задает совершенно точно планку для профессионального образования в целом. И это такой хороший, мощный механизм развития. Главное преимущество соревнований – это новые возможности, которые помогут развиваться в профессиональном плане в будущем. Елена Кожинова стала победительницей чемпионата в компетенции технологии моды. Волнения и переживания не омрачили девушке путь к победе. Все задания чемпионата она выполнила на отлично. Никогда не смотрите ни на кого. Справляйтесь только с собой, боритесь только с собой. Верьте в то, что вы победите, и, соответственно, готовьтесь. Готовьтесь, старайтесь всегда стать лучше, чем вы были вчера, и тогда все возможно. Торжественная церемония награждения состоялась в Доме культуры «Современник». Помимо ульяновцев сюда съехались участники из Самарской, Рязанской, Нижегородской областей и Республики Татарстан. Чемпионат дал конкурсантам возможность показать свой профессионализм и расширить круг общения. Виктория Шикова, Константин Никитин. Новости Ульяновской правды.